Всем привет! На моей тачке разлетелся подшипник. Сейчас я покажу, как за 10 минут я сделал временный ремонт до покупки нового колеса. Стандартная тачка для перевозки грузов. Колесо. Один подшипник разлетелся, второй на грани. Нужно работать. Что я сделал? Я взял пропиленовую трубу для воды 20-я, не металлизированная, простой пластик. Отрезал необходимый мне кусочек, здесь 5 сантиметров. По диаметру трубка подходит, по внутреннему. И так получилось, что она почти идеально зашла в обойму разбитого подшипника. Но там, где я ее запрессовал, внутри немножко диаметр уменьшился. Я взял перьевое сверло и немножко расточил внутренний диаметр. Все. Подчистил ржавчину на оси. Сейчас ее смажу, поставлю эту втулочку, одену колесо и вперед работать. Край трубочки, которая будет входить в колесо, также проточит для того, чтобы она легко вошла в оставшуюся обойму. Было бы неплохо еще, конечно, проварить. И это бы колесо бы прослужило, наверное, бы еще больше, чем я бы купил новое. Так, протачивал таким точилом для пластиковых труб. У кого этого приспособления нет, я думаю, что это можно сделать обычным напильником. Трубку отпиливал пилкой по металлу. Ось смазал. Все. Шайба. Телефон держать неудобно. Тачка опять готова к работе. Всем пока.